Всем привет! В этом видео я расскажу, как выполнить задание «Уничтожьте камеры или турели в течение 90 секунд после проникновения в крепости Торна в Fortnite». Погнали! Уничтожайте босса и подбирайте ключ-карту. Открывайте хранилище и не спешите. Вот так и делать не надо! После проникновения в крепости Торна дождитесь появления срочного задания «Саботаж на базе». Теперь уничтожьте камеру или турели в количестве 2 штук. Задание выполнено. Поставьте заслуженный лайк, пожалуйста.